Итак, ребят, всем привет. Сегодня я приехал на одно местечко. Слышал, здесь ребята копают. И приехал тоже посмотреть. Погода сегодня прохладная. Очень сильный ветер. Снимаю из-за этого в машине. Вот, по находкам у них было, я помню, очень здорово. В основном царики. Вот, будем копать мы возле данного, здесь вот чуть позже покажу, водоема, озера. Вот это озеро, естественно, по старине сюда ходили купаться, стирать, набирать воду. Вот, так что я думаю, находки вокруг этого озера будет. Тем более возле озера неподалеку, метров, не знаю, метрах 100-200, расположены дымовые ямы. Сегодня я шурфом заниматься не буду. Буду сегодня именно ходить и искать монеты при помощи металлоискателя. То есть шурфить не буду сегодня. Погода ветреная, хожу в наушниках. Вот. Так что вот так вот. Сейчас я вам покажу небольшой пейзажик, который, где я буду снимать. Может, кто и узнает. Позади меня, метрах 200, находится очень-очень старое кладбище. Вот. На кладбище заходить у меня рука не поднимается, и ноги не идут туда. Просто как-то не по душе. Даже возле кладбища походить. Но все равно будем ходить подальше от кладбища, чтобы не было никаких лишних вопросов и проблем с местным населением. А ходить мы будем вот здесь вот, смотрим. Здесь вот мы будем ходить возле вот этого озера. Чуть позже подымусь вон на те холмы, но придется озеро объезжать. Вот. Как вы видите, около озера даже стоят дымовые ямы. Чуть дальше у нас имеется также крапива. А крапива, как вы знаете, это у нас первые признаки жилья. Вон мой приборчик стоит с наушниками. Неподалеку церковь. И будем ходить сегодня вот здесь вот. Вот по этим вот холмам. И по ту сторону речки. Кстати, мой известный шурф находится вон там, вон. Вот за этим забором. Мой шурфик, где я поднял порядка 150 монет. Цариков, конечно, там не особо попалось, но были весьма интересные находки там. Вчера я там поднял пряжку имперскую. Прозапрошлый коп поднял там четвертачок 25 копеек серебряные. Вот. Ну и медаль, орден материнской славы второй степени, тоже серебряная. Вот, поднял там несколько царей, пятаки. В общем, замечательное место. Жалко, что до сюда ехать мне примерно 40 минут от дома. Ну вот так вот. Озеро. Рыбаки здесь рыбачат частенько. Ладно, по находкам будет. Обязательно покажу. Итак, ребята, брожу, ухожу возле вот этого водоема. Красивое озеро. Такое ощущение, как будто искусственное. И возле озера у меня сигнальчик. И очень приятный. Смотрите, что. Вот она лежит. Я так понимаю, это царик. Потому что очень толстый. Либо это, не знаю, двушка 24-го. Вообще берем. Нет, это царик. Это царик. 1 копейка серебром.
1843 года. Вот такая вот монета Николая I. Вроде и сохранчик будет неплохой. Зачетная. Первая зачетная находка и первая зачетная монета. Ура, ура, ура. Поднимал я еще шмурдяк. Сейчас вам достану, покажу. Тоже на этом же краешке озера. Посмотрите, что. Вот такая вот здоровая конина. Но она, походу, я не знаю, в мусоре горела или что. Вот такая вот пряжечка. Язычок сам железный, а остальное медное. Вот такая вот фиговина интересная. То, что вот это вот похоже на кобуру, кобуру от сабли. От сабли или кортика, кинжала. Вот, оправа. Ну и ходячку поднял. Поднял ходячку. Вот такие вот находки у меня пока. Не густо. Ну и в принципе время до завершения еще долго. У нас ветер. Не знаю, будет хорошо слышно, нет, но ветер очень-очень сильный. Говорю практически в микрофон. Так что смотрим, смотрим. В надежде, что еще находки будут. Итак, у меня очередная находочка возле этого замечательного озера. И находка вот такого плана. Вот он у нас. Крестик. Крестик, крестик, крестик. В таком бодреньком состоянии. Копаемся мы здесь в песочке. Находочки будут вот такого плана будут у нас. Сухие и практически чистые. Забираем. Конечно же, забираем. Классный крест. Красивый крест. Спасли и сохранили. Итак, ветер еще сильнее усилился. Я уже камеру прикрываю от ветра. Проходя вот мимо вот этого, я не знаю, плакучей ивы, что ли. Весьма-весьма такая старая. И вот по этому склону пробежался. С находками не особо. Сигналы есть, но они мерзкие. Запакостные. И вот спустился около какашки. Вот на какашечку у нас. Возле какашечки у нас сигнал. Сигнал весьма-весьма симпатичный. Ну, блин, зараза. Так, от ветра отойду. И это у нас пятак. Пятачок. года. Было бы ничего, было бы зачетная находка, но на другой стороне у нас имеются вот такие запилы. Отвратительные запилы. Как меня это бесит. Вы даже не представляете. Ладно, ладно, ладно. Но все равно забираем, забираем в коллекцию. Итак, очередной у меня сигнальчик. Сигналы есть, но отвратительные. И думаю, вот этот устойчивый сигнал, но сигнал бил не монетный, а такой. И вот действительно не монета, а вот такой вот крест.
Ничего особенного, обычный мужской нательный крест. Отмывать надо, он в песочке. Здесь, правда, затертый, или он такой и должен быть. Обычно на обратной стороне молитва, а здесь прям затертый. Ну ладно, ладно, забираем. Забираем его с собой. Итак, у меня очередной сигнал. Бодренький сигнал был. Пробивал даже на 90 с лишним. Ну и вот, вот что у нас выпало. Я уже его доставал. Это у нас царик. Царская монета. Сбегал за камерой и решил вам показать. Это у нас монета 2 копеечки 1869 года. Правда, она зеленая. Зеленая. Обратную сторону посмотреть совсем нельзя. Что, в каком состоянии. Но здесь еще более-менее. Более-менее пойдет. Поднимал, кстати, еще шмурдячок. Шмурдячок сейчас я достану из кармана и покажу. Достал я несколько манист. Вот такая вот маниста. И такая вот. Блин. Рисунок не видно, что за маниста. Затем маниста поменьше. Маниста поменьше. И еще одна маниста. Но она, не знаю, в таком состоянии удручающем. В общем, три манисты еще поднял. А, ну и покажу вам советик. Советик поднял тоже. Ну это, наверное, рыбаки. Рыбаки уже потеряли. 1982 года. Трешка. Это, наверное, рыбаки. Рыбача вот на этом вот красивом озере. Наверное, обронили. Ладно, продолжаем. Итак, иду я вдоль обочины вот этой дороги, которая, наверное, и была раньше, тоже существовала. Хотя, не знаю, маловероятно. Вот, и у меня сигнальчик прям был четкий, четкий сигнал, но не монетный, не монетный. И вот у нас крестик. Крестик-лепесток. Такой вот зачетный крестик. Абсолютно сухой. С одной стороны чистый, с другой с небольшой грязью. А может, барышня обронила, когда здесь вот были дома. Здесь вот. Может, спускаясь к озеру. Я бронила. Ну ладно, ладно, забираем зачетный крестик. Второй за сегодня уже. Второй. Ой, третий. Третий. Ладно, продолжаем. Итак, ребят, иду вдоль озера. Был сигнал невнятный, непонятный. Земля здесь очень жесткая, пришлось потрудиться, чтобы выкопать этот сигнал. И вот смотрите, как в камушке я вижу, что это крестик. Сейчас мы с вами будем его доставать. Эх, черт, он обломанный.
Он обломанный. Но это не я его обломал. Хоть я пришлось здесь несколько раз рубить. Нет, это не я. Но все же забираем. Забираем с собой. Нельзя оставлять такие вещи. Ладно, продолжаем. Итак, ребята, у меня сигнальчик. Переключился я на другой режим. Переключился я на третий режим. Обычно я хожу на втором. Вот на этом вот. Сейчас я переключился на третий. А, знаете, совсем другие сигналы пошли. Но если сигнал цветной, его не спутать вообще ни с чем. И вы знаете, буквально, я не знаю сколько, минут, наверное, 15 как переключился, сигналов нет, абсолютно чисто. Я еще наушники проверяю, подключились они, наушники или нет. Очень удивился после того, как хороший сигнал появился. Начал яму копать, потом пропал. Думаю, надо докопать, посмотреть, что это сигнал. Потому что в этом режиме я не копаю. И вы знаете, у меня сигнал был достаточно надежный. Поднялся я наверх. Копал я вот в той вот области. Наверх поднялся. И у меня вот сигнальчик. Ветер очень сильный. Ерунду я всякую не буду снимать. Даже советики не буду, если они будут попадаться. И у меня монета. Монета вот она лежит. Это у нас царь Николай. 2 копеечки. 2 копеечки. Год сейчас скажем. Куси-руси давай. года. СПБ, 2 копейки. С этой стороны сохран вообще шикарный. А с другой стороны немножко он испачканный. Чистить я не буду. Может быть, когда буду собираться домой, к речке подойду, если будет доступ к речке. Вот такая вот монета. Зачетно, зачетно. Буду продолжать ходить на этом же режиме. Глядишь, и мне понравится этот режим. Но мне уже понравился. Уже. Ладно, продолжаем. Итак, ребята, здесь ветерка поменьше. Я все-таки решил сделать видеообзор вот на этой красивой теме. Ветерок все-таки есть, есть. Но я думаю, не будет помех. Начну свой обзор. Обзор с находок, которые отношу к разряду шмурдяка. И это у нас конина, элемента конской упряжи. Вот такая большая конина сегодня у меня выскочила, я ее не снимал. Обычная конина, 3 штуки, ничего особенного, даже узоров нету. Затем крестики у нас обычные, нательные, в данном случае вот эти 2 мужских. Затем третий вот такой вот классный такой крестик, вообще четкий, среднего размера. И женский крестик лепесток. И, к сожалению, есть еще вот такой вот обломанный. По монетам я начну. Вот, например, с манист. Манисты — это женское украшение, одевалось на шею. В данном случае у нас манисты является счетным жетоном, и ее превратили в украшение. На рисунке изображено у нас здесь воин с копьем и щитом. Не знаю, как четко будет вам передаваться. С другой стороны Людовик 16 вроде. Затем вот такая вот убитая, не почистилась она песочком. И вот такая маленькая тоже имеет какой-то рисунок, проглядывается, но сказать точно не могу. По советам выпал у меня 20 копеек 36 года. Советы я вообще сегодня не снимал. 3 копейки 1982.
2 копеечки, 20 какого-то, не помню, 25-й, и 1 копейка 1929. Ну и ради чего я сегодня выезжал в то место, это за царями. В данном случае вот она, царская монета, 2 копеечки 1869 года. Более-менее такой сохран на троечку. Копеечка в очень шикарном состоянии, 1870 года. ЕМ очень хорошее состояние, как вы видите. И вот, к сожалению, вот первая монета, которая у меня выпала вообще, это день.